Мощный фен в ярком корпусе. Распакуем фен Hyundai с артикулом HHDI-0757. В фирменной картонной коробке сам фен, насадка-концентратор и набор документации. Перед нами классический полноразмерный фен в ярком синем корпусе. Максимальная мощность модели 2200 Вт, что сопоставимо с устройствами профессионального класса. Даже очень длинные и густые волосы получится высушить за несколько минут. При этом у вас не устанет рука. Весит устройство всего 530 грамм. Все органы управления привычно расположились на внутренней стороне ручки. Здесь раздельные регуляторы температуры и скорости обдува, плюс отдельная кнопка для подачи холодного воздуха. Его используют, чтобы закрепить укладку. Пользователю доступны два скоростных и три температурных режима. Съемная турмалиновая решетка воздухозаборника обеспечивает ионизацию для защиты волос от пересыхания и спутывания. В основании ручки предусмотрена петля для подвешивания на крючок. Сетевой шнур здесь достаточно длинный – 1,8 метра, с удобным шарнирным креплением. Подытожим. Это мощный фен с различными режимами скорости воздушного потока и температуры. Он имеет функции холодного обдува и ионизации и неплохо подойдет для домашнего использования.